Надежность жилых домов и общественных зданий, их проверка на прочность и долговечность начинается с расчетов и испытаний. В лаборатории автоматизации экспериментов ДГАСУ создали уникальную установку для испытания железобетонных образцов. Подробности далее. Это уникальная установка для испытания железобетонных образцов, единственная в Сибири. Говорят ее создатели, сотрудники кафедры железобетонных и каменных конструкций ДГАСУ. Эксперимент идет в реальных условиях. По его результатам ученые могут сказать, выдержит ли испытуемая конструкция, например, землетрясение или падение на нее самолета. Произведено испытание, мы видим образование трещин. Вот в данном случае мы как раз и видим ее развитие, видим, через какие датчики они проходят. Это необходимо для дальнейшего анализа. Для обработки результатов эксперимента на кафедре был создан специальный измерительный комплекс. Измерительный комплекс настолько чувствителен, что способен зафиксировать даже самую малейшую деформацию в материале. Мы сейчас это проверим вот на этом стальном 14-миллиметровом пруте. Итак, внимание на экран. Если я держу прут просто так, вот здесь идет прямая диаграмма. А теперь попробуем его нагрузить. Вот эта извилистая диаграмма как раз и говорит о воздействии силы на металлический прут. Установка полностью автоматизирована, как и обработка результатов эксперимента. Во время испытания 40 датчиков одновременно фиксируют разные параметры, отправляя данные в измерительную систему. Систему мы автоматизировали, связали все блоки воедино, подключили бомбосбрасыватель, и система полностью автоматизирована. То есть, другими словами, ручной труд заключается в том, чтобы нажать на кнопку. В планах ученых создавать в будущем такие конструкции, которые даже при сильных динамических нагрузках не подвергнутся разрушению. И вот один из примеров. Подложенные под железобетонную балку полые трубы, так называемые сминаемые вставки на опоре, в состоянии забрать на себя часть энергии падающего объекта. При мощном ударе сама конструкция все-таки остается целой.